Сегодня здесь еще вторника. Сегодня у нас турнир, посвященному этому дню. Спасибо, что вы пришли. Рад, что вы любите волейбол. Дорогие ребята, уважаемые участники турнира, хочу пожелать вам спортивных достижений, крепкого здоровья, чтобы эти достижения можно было реализовывать. Вот. А вам пожелать, конечно, здоровья, карьерного роста. Хотел бы пожелать, чтобы вы круглый год занимались в хороших условиях вашим любимым видом спорта, чтобы у нас в городе появился городской зал, где вы могли бы приходить и заниматься вашим любимым хобби. Вот это спасибо, спасибо. Турнир по волейболу, посвященный Дню физкультурника, объявляю открытым. Солнышко с утра печет, по лицу струится пот, загорелые плечи яркими лучами жжет. Я с вопросом небесам, что готовит лето нам, и опять свежий ветер влетает нам в окно с ответом. Вперед, 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 и есть немалый шанс. Вперед, 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 для нас.